Так, друзья, всем привет! В этом видео я хочу дать совет всем плиточникам, тем, кто занимается ремонтами ванных комнат под ключ. Обратите внимание, здесь переход между плиткой и ламинатом, и плитка подведена вровень со стеной. Поэтому пришлось подпиливать ламинат, чтобы можно было уместить сюда порог. Но, когда будет устанавливаться порог, получается, порог придет в никуда. В этом месте у нас ничего стоять не будет, так как наличник закончился здесь, плинтус закончился здесь. И вот это вот место, вот именно вот это место останется открытым. Для того, чтобы вот этого избежать, заканчивайте свою плитку где-то на середине стены. В этом случае можно было порог подвести просто к косяку. Здесь пошел бы у нас ламинат, здесь бы закончилась плитка. И все было бы ровно, и никакой торец переходного порога уже не находился бы в неизвестности. То есть не был бы он вот в таком вот виде. То есть сейчас нужно будет что-то придумать для того, чтобы завершить вот эту вот часть. Пожалуйста, делайте переход между плиткой, ламинатом или линолеумом вот в этом месте, где находится дверной косяк. Но никоим образом не там, где заканчивается стена. Потому что следующий мастер, который будет придет уже доделывать работу после вас, чтобы ему не пришлось перед заказчиком отчитываться, почему же вот такой вот порог пришел именно вот так, и вот такое безобразие здесь вот нарисовалось. Кто это будет объясняться? Естественно, тот мастер, который пришел последним, а не тот мастер, который, не подумав, прилепил свою плитку сюда, и после этого пришлось уже вырезать ламинат для того, чтобы установить монтажную планку для такого порога. Короче, ребята, думайте головой, что вы делаете, и не делайте такое безобразие для того, чтобы следующему мастеру не пришлось краснеть перед заказчиком. На этом у меня все. Всем спасибо, всем пока. We'll be right back.